там совсем другие искушения, вот, чуть-чуть все по-другому. И нужно, чтобы получалось то дело, которое мы делаем. Об этом тоже надо просить. Когда совершается освящение дома, то там этого нет. Вот. Поэтому совмещается два вот этих чина, освящение дома и начало всякого доброго дела. Вот. Ну и с Богом. Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Сын небесный, утешитель души истинной, живи все сердце исполняйся, Троичи благих, не подателю, приди, вселися в неочистенное, всякие скверны, спаси, блажи души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. И Святая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше, святые посети и исцели немощи наши, и имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, и же и си на небесе, и да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое. Да будет воля Твоя, як на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и оставь нам долги наши, як уже мы оставляем должником нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и преподим Христу, Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и преподим самому Христу, Царю и Богу нашему. Живых помощи Вышнего, в крови Бога Небесного во дворица. Причет, Господи, весь заступник Моисей, прибежище мой, Бог мой, повай на Него. Я кто избавится от сети ночи, от своей семи тежно, вещма своим осените, под прилей его надеешься, оружием увидите истина его, не боишься от страха ночного, стрелы летящие во дни, под вещи во тьме приходящего, срящие беса полуденного, подет от страны твоей тысяча, и тьма увесную тебе, к тебе же не приближится, убачу очима твоим осмотришь, и воздаяние грешников узреши, яко ты, Господи, упование мое вышнего положилось, и прибежище твое, не приедет к тебе злой рано, не приближится телеси твоему, яко ангелом своим заповесть тебе, сохраните тебя во всех путях твоих, на руках возьму тебя, да никогда притянешь камень ногу твою, на астыды Василиска наступишь и поперешь льва и змея, яко на мяуков избавлю и покрыю, и яко познай имя мое, то завет ко мне услышу его, с ним есть мы, скорби из моего, и прославлю его, долготу и дни исполню его, и явлю ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Миром Господу помолимся. Господи, помилуй. О Свышнем мире и о спасении душ наших, Господу помолимся. Господи, помилуй. И всего мира, благостоянии святых Божьих церквей и соединении всех, Господу помолимся. Господи, помилуй. Страхом Божиим входящих в Него, Господу помолимся. Господи, помилуй. О Богохранимость, о великом Господине и Отце нашем святейшем патриархе Кирилле, честнем пресвитер, свело Христе диакон, свело всем притче и людям, Господу помолимся. Господи, помилуй. Во всех и воинстве, и я Господу помолимся. Господи, помилуй. Но еже благословите доброе намерение рабов своих,
Константина, Константина, Максима, Ольги, Дионисия, Германа, Марины, Владимира, Романа. И благоизволите благополучно начать и спешно, кроме всякого препятствия, во славу свою скончать и силой действуя благодатью Пресвятаго Духа. Господу помолимся. Благопоспешство всем подати, и дело рук их исправите, и в совершении силою, действом и благодатью Пресвятаго Духа спешно произвести. Господу помолимся. Но еже ко благому тщанию рабов своих сих, благопоспешство со всяким довольством, силой и действом и благодатью Пресвятаго своего Духа подати, Господу помолимся. О, еже представите дело сему и делателям ангела-хранителя, еже невидимо отразите вся противные вещи видимых и невидимых врагов, и во всем благопоспешство, к сооружению же мудрость и к совершению силу, силой и действом благодатью Пресвятаго своего Духа подачи, Господу помолимся. Кирия Эллисон. У всех, где начальствующих, учащих и учащихся, Господу помолимся. Кирия Эллисон. Избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Кирия Твоею благодатью. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Пресвятую Марию. Слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. О Господь, явися нам, благословен гряды во имя Господне. О Господь, явися нам, благословен гряды во имя Господне. О Господи, явися нам, благословен гряды во имя Господне. Шедшим и дошим я именем Господним противлявся им. О Господи, явися нам, благословен гряды во имя Господне. Господи, явися нам, благословен гряды во имя Господне. Негоже, небрегоше, зиждущий себе во главу угла, от Господа мы сей, и есть дивен в очи всех наших. Неоски, неоскебе, падене, мине, враги, меносое, поменос. Так же Закхею дом твоим присте, ходом спасения быть, сице и ныне ходом священных служителей твоих, и с ними святых ангел твоих, мир твой подождому сему, и милостивно благослови его. Спасай и просвещай всех жителей, водящих в нем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Творы заступление и крепь и помощь, пристань благодатью силы Твоей, а ныне.
совершение намерения, благого тела работу и произведи. Всяко или как хочешь, яко си сильный Бог, творить и можешь, и не признай во веки веков, аминь. Предстанет зло христиан непостыдное, ходатайство по Творцу непреложное, и прежде грешник молитвы гласы, но притвори, яко благая на помощь нас, это зовущих ты. Скори на молитву и постися на умоление, не стади стоящий приступ, Богородица, чтощих тя. Четвертый будет светлость Господа Бога нашего на нас и дела рук наших исправим. Будьте, Господи, светлость Бога нашего на нас и дела рук наших исправим. И призри на рабы Твоя и на дела Твоя. Будьте, светлость Господа Бога нашего на нас и дела рук наших исправим. Светлость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправим. И писем послания святого апостола Павла чтением. Братья, яко же всегда послушайте меня. Не яко же в пришествии моем тощию, но ныне много паче в отшествии моем со страхом и трепетом свое спасение содевайте. Бог бо есть здесь, бо я и вас, и еже хотите, и еже деете о благоволении. Вся творите без роптания и размышления, да будете непорочны и цели, и чадо Божие непорочно посреди рода строптива и развращенно. В них же являетесь, яко же светило в мире, слово животно придержу. Похвалу мне в день Христов. И мудрость прости, услышим святого Евангелия. Мир всем. Мы твоему. Святого Евангелия чтение. Слава тебе, Господи, слава тебе. Умен. Во время оно приди Иисус во Иерихон, и се муж нарицаемый Закхей, и себе старый мытарем, и той бебодат. И искаши видите Иисуса, кто есть, и не можаше от народа, яко возрастом малбе, и предыте к возлезе на ягодичину Давидит, яко туде хотяше минути, и яко приидя на место, возрев Иисус, видев его, и рече к нему Закхее, отчався слези, днесь во дому твоем подобает мне быть, и подщався слезе, и приятливо радуяся, и видевши в сиротах углаголюще, яко ко грешну мужу в ниде витати, став же Закхей рече ко Господу,
Все полымение моего Господи дам нищим, и аще погоче молитев возвращу четверицею. Рече же к нему Иисус, я хоть не спасение дому сему бысть, за ней сей сын Авраам есть, приди во сын человеч, взыскати и спасти погибшего. Рече Господь, просите и дастся вам, ищите и обрящите, толците и отверзится вам. Всяк бо прося и приемлет, и ища и обретает, и толкущему отверзится. Или кто есть от вас человек, его жащего спросит сын его хлеба, еда камень подаст ему, или аще рыбы просит, еда змею подаст ему. Аще убывы лукави суще, умейте даяние благо даять и чадам вашим, коль ми паче Отец ваш Небесный даст благо просящим у него. Слава тебе, Господи, слава тебе. Сень за кем это рявните, и спасение тому и всему дому его бывый, самый ныне везде труждающийся, и нами недостойные мольбы тебе и моления приносящие, от всякого зла не вреди бы соблюди, благословляя их и обиталище сие, и ненаветен тех живот выну сохраняй, изобильно вся благая твоя им твоим благословением на пользу подавай. Яко подобает тебе всякая слава, честь и поклонение со безначальным твоим отцем и пресвятым и благим и животворящим твоим духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, отраплением воды сия священная, век кто-то предварится, все лукавое и бесовское действо. Аминь. Отравление воды сия священная, в бегство да претворится, все лукавые бесовские действия. Аминь. Во имя Отца и своих, Константина, Константина, Максима, Ольгу, Дионисия, Германа, Марину, Владимира, Романа, и на всех нем благочестно труждающихся, и послать им ангела своего милостива,
соблюдающие и сохраняющие их от всякого зла, и наставляющие их делами всех добродетелей, и при исполнении святых Христовых заповедей, и еже сохранить их от глада, губительства, труса, потопа, огня, меча, и нашествия на пленинник, и всякие смертоносные раны, и даровать им здравие, и долгоденствием оградить их, и во всем обомзите, оценьте, Господи, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. И молимся о всех где начальствующих, учащих и учащихся. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всем поспешно и всем во благое, Господи, милостивный рабом Твоим сим поспешествуй спаси, и во благополучное совершение дела их спешно произвестися благослови. Молимтеся всемоги, Владыка, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ангела Твоего хранителя представи дело сему благоуветливе, Господи, и еже воспятите вся препятия видимых и невидимых врагов, поспешно же во всем ко благополучному совершению делающим сотворите, молимтеся, преблаги и спаси, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Славу Твою вся творите, повелевая, Господи, рабом Твоим сим, ко Твоей славе дело свое начинающим благословением Твоим поспешно благополучное, с довольством к совершению подашь, здравием со благоденствием даруя, молимся Ти все даровитые творче, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Услышаны, Боже, Спасителю нашу, пование всех концов земли, сущих море далечие милости. Милостив будем, Владыка, в грехах наших и помилуй ныне. Милостив Бог, и человека любит Бог еси, и Тебе славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господу помолимся. Господи, помилуй. Владыка, Господи, Боже наш, на высоких живые, на смиренные презирай. Благословивый дом Лавана при входе Иакова и дом Пентифрии приходом Иосифовым, благословивый дом Авидарин внесением Кивота и во дни пришествия во плоти Христа Бога нашего спасения дому Закхееву даровавый, сам благослови дом сей и в нем труждающихся страхом Твоим огради и невредимых от сопротивных сохрани и благословение Твоего сады жилища Твоего не спасли им. И благослови умножи вся благая в доме сем. Твоего есть, ежемиловать и спасательный Боже наш, и Тебе славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Мудрость Пресвятая Богородице, спаси нас. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе. Слава Тебе, Всему Святому Духу, имени Кисти, во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Воскреси из мертвых, Христос истинный Бог наш, притворни пречистая Своя Матери, преподобных и благоносных отец наших и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человека любит. Благоденственное и мирное житие, здравие же и спасение, и во всем благое поспешение, подашь, Господи, где труждающимся рабом Твоим Константину, Константину, Максиму, Ольге, Дионисию, Герману, Марине, Владимиру, Роману, и всем, где благочестно труждающимся, учащим и учащимся, и сохрани их. На многое лето, многое лето, многое лето, многое лето. Аминь.
Попробуем.